Итак, всем доброго времени суток. Дорогие друзья, партнеры, гости нашего сегодня вебинара. Сейчас, секундочку, я не могу настроить себе. Так вот, раз. Сори. Поставьте плюсики, как меня видно, слышно. Как меня видно, слышно. Ставим обратную связь. Плюсики, все отлично. Итак, сегодня на нашем вебинаре, который провожу я, Кононова Елена, сооснователь компании Geltor System. Я провожу сегодня вебинар для всех, абсолютно для всех партнеров, для всех людей, с главной целью дать вам сегодня полезность, потому что есть большое желание поделиться своим опытом и очень важными знаниями. Вот, наступила пора узнать про деньги гораздо больше, гораздо глубже. В общем, в жизни происходят разные большие изменения, и очень много всего интересного практикуется в моей жизни. Вот, хочется поделиться, чтобы был больше толчок, больше движения в нашем направлении, в частности, в направлении компании Geltor System, потому что очень хочется, чтобы наши партнеры узнали и поняли про деньги больше. Я сегодня буду говорить про деньги и про основу, откуда они берутся. Друзья, я знаю, что многие из вас ездят на разные тренинги и смотрят разные фильмы, мотивирующие, всякие читают книги и так далее. Но не все топчутся возле важного, возле вот того, где нужно остановиться и вот на этом месте начинать топтать и усиливать некоторые точки. Итак, сегодня все уже понимают, что мы состоим из энергии. Из энергии, а энергия состоит из атомов. А атомы состоят из молекул. А молекулы все простирают пространство. То есть все, абсолютно все состоит из молекул. Вообще весь мир – энергетический потенциал, который, конечно же, можно и нужно задействовать. И, конечно же, нас где-то в детстве учили, да, что если мы что-то не видим, значит, этого не существует. Но, друзья, давайте соберем все мысли в кучу и поймем, что если у нас нет энергии, мы не готовы двигаться. Поставьте, пожалуйста, десяточки, кто может двигаться, знаете, по управлению просто одной мысли, просто без энергии, просто двигаетесь, и у вас все получается. То есть у вас, у кого происходят такие вещи, вот действительно, вот просто без всякой энергии вы можете двигаться и делать все дела. Я просто вас поздравляю, вы удивительный человек. Наверное, вы совершенный человек. Да, абсолютно, Светлана, правда, это невозможно без энергии. Движение вообще, то есть энергию мы сами по себе, в принципе, не видим. Согласны со мной? Может, кто-то натренировал видение, да, энергетические поля, может рассматривать радугу их полную, да. Есть такие люди, которые могут видеть очень тонкие миры, есть такие, которые тренируют свой взор внутренний, внешний. Но в частности, в целом, это все невидимая тонкая грань, невидимая тонкая структура, которая заполняет все пространство. Давай говорить так. И поэтому на сегодняшний день вот это... Я сегодня хочу проговорить про ясное видение. Про ясное видение и деньги. Скажите, откуда здесь деньги и о чем вообще, с чего я тут начала про энергию? А вы получите в конце моего вебинара очень крутую практику, которая вообще очень круто работает на заполнении вас, и вы поймете, почему она нужна. Ее нужно практиковать каждый день, и что вы можете добиться. Но это будет в конце моего вебинара. Но сейчас я все-таки вас подведу к этой глубине, чтобы вы поняли, откуда растут ноги у денег, скажем так, потому что это очень серьезная тема. Я раньше вот настолько в глубину я не копала. Сегодня я прекрасно понимаю, что нужно тренировать и на чем фокусировать свое внимание. Итак, про ясновидение. Смотрите, ясновидение – это нужно разрабатывать, да, ясновидение – это когда вы хотите увидеть то, что хочется получить. Так вот, в принципе, деньги нужны для того, чтобы что-то получить. Сами по себе деньги, они не имеют никакой цены. Давайте представим себе, если вы находитесь, допустим, в пустыне. В пустыне вы идете 20 дней, у вас нет еды, нет воды, ничего нету, но у вас
миллион долларов в котомке, да, в сумке. Вот так получилось, что вы оказались в пустыне, но у вас есть деньги, но ничего нету. И вы не можете купить в пустыне, нету ни воды, вы готовы купить, но там ничего нету. Вы идете и понимаете, что эти деньги вообще просто бумажки, которые никому не нужны, особенно в пустыне. И поэтому вы должны сейчас понимать, что вот сейчас проходит очень интересный этап у человека, да, в жизни, когда у человека человеку открыты глубинные знания, и где можно расширять сознание и тренировать ясновидение, и, соответственно, привносить в свою жизнь очень большой поток денег. Потому что как раз, смотрите, про пустыню давайте закончу, потому что как раз если бы вы встретили человека, у которого была бы, допустим, к примеру, там вода, и вы говорите, что я готов у вас купить эту воду, у меня есть там миллион долларов, а вам человек и говорит, мне не нужен твой миллион долларов, здесь в пустыне такие деньги не нужны, мне за эту бутылку воды нужно вот это, допустим, там, или то, а то, что у вас, допустим, сейчас нету. То есть вы понимаете, что в принципе деньги – это бумажки, и на самом деле мы должны научиться фокусироваться на чем? На том, что хотим получить за эти деньги. Давайте говорить себе честно. Вот все, что сегодня в мире происходит, да, все любят деньги, все хотят деньги, но некоторые, даже большинство, там 70, больше 70% не знают, для чего конкретно эти деньги нужны. Я хочу миллион долларов. Для чего? Я понимаю, что у многих есть кредиты, у многих есть долги, у многих там какие-то есть мелочи, которые нужно сейчас как-то выровнять по деньгам и так далее. Это есть у многих, но миллион долларов, к примеру, зачем вам миллион, два, три, четыре, да? То есть я бы, вот, если бы я получил бы миллион, там в лотерею выиграть, многие там мечтают. Я сама раньше мечтала, вот бы мне выиграть миллион. И мы сидели раньше с подружками и так сидели, фантазировали. А что бы ты купила на миллион? А я бы купила там это, а я бы купила там какую-то мелочевку придумывали, но нам не хватало фантазии, чтобы потратить эти деньги. Вот давайте честно, поставьте, пожалуйста, сейчас скажу, пятерочки, кто знает, куда конкретно потратить, там, давайте, 5 миллионов долларов. Вот поставьте, вот осознанно поставьте пятерочки, кто знает, куда потратить 5 миллионов долларов. Отлично, я вас поздравляю, у вас уже есть ясновидение. А вот многие, а вот Светочка пишет, что не знаю. Благодарю за такую обратную связь, за честную, да, потому что все, кто поставил пятерочки, действительно, у них есть ясновидение. Ясновидение – это для его нужно тренировать, его нужно с ним работать нужно каждый день, чтобы понять, для чего нужны такие деньги, такие ресурсы. И очень важный комментарий ко всему этому. По поводу, вы, наверное, видели мой пост, как начинался, как я его начинала позиционировать. Я привела примеры, как называют деньги, их называют и бабло, их называют разными такими грязными словами, даже непонятными, может быть, первый раз вы услышали, увидели. Так действительно люди называют деньги. Так вот, я бы хотела, чтобы вам посоветовать, чтобы вы никогда не называли деньги баблом, потому что бабло имеет сформированную энергию, это воровское понятие. Это было, ну, все, ну, как бы не секрет, что был огромный длительный период, да, жизни у людей, когда люди жили реально по воровским законам, и власть была у воров. Поэтому уже сформировалось такое энергетическое поле, оно довольно плотное уже, где слово «бабло» – это было заработок на лохах. То есть реально были лохи, которых считали огромная группа людей, бандитов, на которых они делали бабло. Это очень такое серьезное понятие, и у него очень нехорошая вибрация. Поэтому когда вы произносите и говорите – вот мне бабла не хватает, того не хватает, ну там мне бабло нужно. То есть вы сразу привлекаете очень нехорошую энергию, она низких вибраций. И, соответственно, это поле, которое сформировано, оно очень плотное, оно начинает притягиваться к вам. И путем каких-то нехороших взаимодействий, возможно, будут деньги, но они на вашей жизни очень нехорошо скажутся.
Поэтому не привлекайте, пожалуйста, деньги через слово «бабло». Это очень важно. Я хотела бы, чтобы вы это все понимали и распространили эту свою информацию в своих группах, в своих командах, потому что я от многих слышу эти слова, и очень сегодня, когда я знаю уже глубже, больше, мне как-то очень сильно не резонирует. То есть я хотела бы, чтобы наше сообщество было очень высоко осознанно и понимали, и ответственность несли за каждое слово. Так вот, продолжим дальше про деньги. У кого есть ясновидение, это очень важно, да, то есть вы видите, куда вы потратите 5 миллионов долларов. Я вас поздравляю. Но у кого нету сегодня этого видения, его можно тренировать и нужно тренировать. Ваша задача сегодня раскрывать в себе ваше творческое воображение. К чему это говорю? Это очень сегодня важные штуки. Это сегодня важная цепочка, из которой состоит поток денег. Потому что любой денежный поток, он состоит из энергии. Запомните, в чем благодарен наш бизнес MLM. Он реально крутой. Наш бизнес MLM позволяет войти в движение. Деньги находятся там, где есть движение. В статике, когда есть статика, когда есть застой в жизни, он вообще какой-то там нет движухи, не может прийти по всем законам метафизики, не может прийти финансовый поток никаким образом, потому что у вас энергетический застой. Только вообще в MLM-движении, где есть команды, мотивации, друг за друга, человек за человека, когда нету системы, когда один мне, одному мне, когда не тебе одному, а в MLM за команду я горю. Потому что когда команда зарабатывает кто? Вы. Вы тот сегодня спонсор, который сегодня работает с этой командой и задвигает это движение. Вот в чем соль. Вам сегодня это очень важно понять, потому что у многих понимания этого нет. Они сквозь стену пытаются чего-то увидеть, а стены самой не видят. Так вот, я сегодня вам даю такие зерна. Обратите на них внимание, над этими зернами надо хлопотать. Эти зерна нужно поливать каждый божий день. Смотрите, в статике нет движения. Если вы стоите на месте, если у вас нет движения образования, понимания, обучения, запоминания, если вы не тренируете в жизни память, какие-то не оттачиваете движение тела, не работаете с телом, с сознанием, у вас в жизни застой, у вас в жизни болото. Поставьте, пожалуйста, обязательно сейчас откровенно, честно признайтесь, поставьте десяточки, кто проживал это болото жизни. Поставьте, я буду благодарна за вашу искренность, потому что оттуда на самом деле идет весь неуспех. О, сколько десяточек, благодарю вас за обратную связь. Потому что сегодня это болото нас затягивает, и хейтерские атаки нас сегодня пожирают. И моя задача сегодня на этом вебинаре, благодарю вас за десяточки, вижу, сколько много десяточек, я благодарю за обратную связь, ребята, это очень важно. Потому что насколько сегодня буду искренним я, это будет, вам всем будет от этого хорошо, если будете давать обратную связь, будет вообще все круто. У нас будет определенный резонанс, который проявится в новую энергию. Это очень важно. Я сегодня хочу закрутить внутри это колесо энергии, потому что его пора уже двигать. Так вот, я сейчас вам цепочку расскажу, покажу, эти все зерна раскрою. Все, если вы возьмете с удовольствием, да, этот как бы понятийный аппарат общий, и все мы сотворим чудеса в нашем движении. Так вот, смотрите, когда вообще в MLM-индустрии есть движение и есть понимание и видение, куда ты идешь, у тебя появляется такая внутренняя страсть, желание к определенному движению. Вот смотрите, как это можно сегодня натренировать. Вот смотри, в чем фишка. Сегодня необходимо нам в этой работе развить внимание. Потому что куда ваше внимание идет, туда и утекает ваша энергия. Вы должны это записать. Записать и большим плакатом в туалете, на холодильнике, на доме, в тетрадях, в телефонах. Записать и оставить навсегда. Объясню, почему, как это связано. Я сегодня очень много в жизни своей оттестировала, и это сегодня не теория, это моя практика, она успешная. И практика не только моя.
уже тысячи людей, миллионы людей, кто это знает, пользуется во благо себя и своей и жизни окружающих вокруг себя. Смотрите, в чем фишка. Если вы сегодня вот, можете заметить по своей жизни, представим себе ситуацию. Вы с утра просыпаетесь, и у вас по привычке идет какое-то утро, ну, диалог с какой-то подружкой, с другом, и вы с кем-то просто болтаете и точите лясы. Вот, допустим, берете вы телефон и говорите там: «Привет, Оля!» И я там, представляешь себе, она такая зараза, она такое мне сказала, там такое-то сделала, а я ей потом такое, а я, и пошла. И вы представьте себе, в эту секунду, здесь и сейчас, что происходит? Ваша вся энергия, вся ваша концентрация, вся ваша новая жизнь этого мгновения, нового дня уходит, утекает туда, к тому, о ком вы говорите и с кем вы говорите. И ваша драгоценнейшая энергия сливается и не монетизируется, она просто сливается в говно. Вот так скажу я. А потом вы сидите и опустошенные, не знаете, что делать. Потому что вы всю энергию слили, а где ее взять, не знаете. Поставьте, пожалуйста, единицу, кто знает, о чем я говорю. Поставьте, это пускай может быть не подружка разговор, это может быть любое внимание, куда вы сливаете, зря, просто зря. Молодцы, благодарю, что вы со мной откровенны, я тоже буду максимально откровенна дальше. Так вот, что в этих случаях делать? Вот запомните, куда ваше внимание, туда сливается ваша энергия. А объясню, в чем фокус. Кто из вас слышал такую фразу из кино, из живой жизни, что, ну, может, человек такое сказать, что я видел ангела, или он видел ангела, вот он выглядел там, вот у него, он образ расписывает даже. Я даже знаю, я знаю лично в своей жизни, знаю таких людей, кто видел в своей жизни вот какие-то проявления, которые не видел никто. Вы можете поставить тоже пятерочки, чтобы я понимала, что вы тоже понимаете, о чем я говорю. О чем это говорит? О том, что мы в данную минуту наделяем энергию сознанием. Например, да, вот этого ангела кто-то увидел, да, или вы, или кто-то из ваших друзей. На самом деле ангел всегда был здесь и сейчас. Он никуда и не уходил, просто он в динамике проявился, в динамике энергии. То есть сознание человека, оно было готово было увидеть этого ангела. Ангел никуда не исчезал, пространство, оно в нем все есть, все витает. Но наша концентрация внимания дает проявление только тому, что мы стараемся увидеть, услышать здесь и сейчас, куда мы сливаем свою энергию. Это нужно тренировать. Это великий дар, божественный для каждого человека. Но сегодня не все этим пользуются. Мы эту энергию сливаем в паразитов в чистом виде. Поэтому, если вы хотите вот реально натренировать это ясновидение и четкость, вот эту развить в своей жизни, для чего нужен миллион долларов? И вы смотрите, думаете: так, я вижу кругосветное путешествие, я вижу, оно стоит 5 миллионов рублей. Так, это 5 миллионов рублей в кругосветном путешествии. Я куплю там покупки стоят столько-то, я домой привезу там, или там куплю где-то недвижимость в какой-то стране. Грубо говоря, вы должны это видеть, а не просто я хочу бабло, я хочу миллион долларов. Да не появится он. Это энергия. У денег, мы деньги наделяем энергией. Только человек энергии наполняет все. Помните, про пустыню говорила, начинала наш вебинар? В пустыне не нужны деньги. Поэтому цены у этих денег, у этого миллиона за плечами нет. Поэтому это просто бумажки. Но как только мы наделяем эти бумажки ценностью, если мы видим в них ценность, начинает это проявляться, двигаться, это начинает все крутиться, закручиваться. Поэтому это колесо каждый человек может закрутить благодаря своему ясному видению, зачем эти деньги нужны. На самом деле, просто подумайте своей глубиной, что эти бумажки нам не нужны, нам нужны результат, для чего они нам нужны. Я хочу, чтобы вы просто, знаете, дерево сегодня посадили в своей жизни. Вот реально, денежное дерево, но его надо посадить сознанием. И я понимаю сегодня, какую крутизну компания Digital System
дала в мир, это реально крутизна для жизни, для понимания, для сознания, для посадки этих деревьев. Есть прекрасная система, которая работает дважды два. Это все четко. Вся технология, которая представлена в модулях обучения, она рабочая. Но и деньги, которые сегодня в компании можно заработать благодаря движению. Логично? Логично. Поэтому не ждите у моря погоды. Закручивайте движение, потому что деньги не любят статику. Они ненавидят, они не понимают. То есть, грубо говоря, когда в вашей жизни все стоит, стоит все, у вас начинает все, как в болоте, начинает вонять. Начинает вонять пространство, вы в этом пространстве, и вы, я сейчас научу вас, как концентрироваться. Сейчас буквально немножко подождите, вам дам крутую практику. Но до этого вам нужно еще кое-что подвести. Я сейчас вам кое-что расскажу еще. Это очень важная тема на самом деле. Я с вами тренирую каждый день, и невозможно один раз об этом знать. Об этом нужно вспоминать каждый день. Каждый божий день ты просыпаешься и тренируешь свое внимание. Итак, куда направляется ваше внимание? Уберите все самые дурные привычки, которые вам еще в жизни не принесли ни одного миллиона рублей, ни одного миллиона долларов. Пожалуйста, запишите, что вас уводит в течение дня от сути этого движения, потому что деньги любят движение. Боже, я чувствую, что прямо сейчас расту духовно. Круто, круто, Светочка, я тебя поздравляю. Мы каждый день должны расти и выращивать в себе это дерево, чтобы каждый листочек благоухал и жизни давал новое движение. Потому что, когда внутри нас проявляется это понимание, это осознание, у нас само по себе есть желание двигаться с пониманием, куда ты идешь, что тебе нужно, какой тебе человек нужен в данный момент. То есть вы сегодня должны понять, что сливать свою энергию в не туда вам не надо. Отслеживаем каждый день. Смотрите дальше. Почему сегодня нужно развивать воображение? Это самая главная технология на самом деле, которая сегодня вам даст просто настоящую платформу, прочную, устойчивую для потока. Потому что ваш поток, он на самом деле давно уже есть. Он находится возле каждого человека. То есть это давным-давно все в пространстве существует. Вспоминайте, да? Мы – это энергия. Энергия состоит из атомов, атомы состоят из молекул, молекулы все пространство как бы, да, заполняют. Поэтому все начинается с энергии. Мы должны ее научиться аккумулировать. Мы должны трансформировать негативную энергию в позитивную. А теперь я сейчас вам дам классную практику, которую потом еще раз пересмотрите, кто сейчас не запомнит, не записал. И будете ее каждый день практиковать. И у вас появится вот это заполнение вот этого сосуда кувшина. Потому что многие из вас, я вижу, пустые. Не может вашу жизнь прийти к событиям, эквивалентные миллиону долларов. Не могут они прийти, потому что вы не наполнены, вы пустые. А все есть энергия. Вам эту энергию нужно что сделать? Привлечь, трансформировать, обработать. Сейчас вам чудесные вещи расскажу. Она, вот знаете, практика просто чудесная. Вы, если будете ее практиковать каждый день и через месяц, вы вообще свою жизнь увидите вообще по-другому. У вас там будут происходить чудеса настоящие. Итак, внимание. Я просто по себе знаю, бывает часто такое, что в течение дня сбивают тебя разные маятники с пути и начинаешь ты находиться, ну, не в таком быть... Ну, находиться в ресурсном состоянии, да? Запись будет, да. Итак, у вас есть момент здесь и сейчас. Он есть всегда. Только так происходит жизнь. Других моментов не существует. И когда вы вспоминаете прошлое или переживаете за будущее, вы все равно находитесь в моменте здесь и сейчас. Вы проживаете... В эту же секунду опять прошлое или будущее переживание. Так вот, в эту секунду все, что вас волнует, о чем вы беспокоитесь, это тоже энергия, ее можно и нужно трансформировать. Каким образом? Раскрываю вам самый главный козырь. В эту секунду,
Когда вам очень дурно, вам очень не по себе, но вы понимаете, что в этот пустой сосуд, либо ну, низких вибраций, может быть, ничего не может зайти в этой жизни. Ну, просто логично, да, мы же не дураки же здесь все. Мы же здесь все уже обучаемые и умные экзорцисты, все уже понимают, что происходит. Поэтому в моменте здесь и сейчас вы должны обратить внимание срочным образом на примерно 5 предметов, которые вас именно здесь и сейчас радуют. Радуют глаз, радуют ваш язык, радуют ваше ухо, радуют ваше тело, радуют ваш запах, нос. О чем я сейчас говорю? Попытайтесь в эту же секунду прочувствовать весь Божий дар, который находится вообще внутри вас. Аппарат, в котором вы существуете, этот скафандр, это тело, срочным образом вы должны это прочувствовать поэтапно. Это очень важная практика. И от этого срочным образом испытать удовольствие. Именно в этом удовольствии у вас начнется заполнение энергии. Ваша энергия, которая гуляет не туда и пошла не в ту сторону, она вам будет давать большое наполнение, пойдет взаимообмен всеми природными ресурсами, которыми наделена вся ваша территория, в которой вы существуете. Она тут же схватится, так работает механизм. Проверено, ребята, 100% работает. Итак, естественно, вы должны благодарить за все. Вы должны наслаждаться в эту минуту. Вы должны, если вы сидите за столом и вы кушаете, это можно практику делать, в любую секунду абсолютно в автобусе ехать. Вы можете, когда едете в автобусе, увидеть человека, который вам понравился. Или, допустим, не понравился, но вы в нем нашли то, что вам понравилось. Срочным образом ищем 5 элементов, от которых вы будете кайфовать реально. Обязательно в этом мгновении, в эту секунду, когда вы об этом будете вспоминать, это будете практиковать, и ваше внимание, это очень важный фактор, внимательно, ваше внимание будет гулять там, куда вы его направите. А оно будет в моменте, здесь и сейчас. Итак, практикуем. Я сижу, к примеру, в автобусе. У меня есть вкусная конфетка. Допустим, я ее кладу в рот, испытываю наслаждение от этого вкуса. Я открываю глаза и вижу перед собой несколько людей. И вижу кого-то, где мне что-то очень нравится. Кто-то одет в красивую юбку. Кто-то шапку красивую надел. У кого-то глаза красивые. Срочным образом ваше внимание туда направили и поняли, как вам это, от этого приятно, что вы от этого получаете наслаждение. И каждый раз, когда вы будете практиковать, а главное, все вот эти чувства, 5 чувств, которые нам даром даны, да, божественным, это слышать, это чувствовать запахи, это чувствовать вкус, это видеть, это ощущать своим телом. Друзья, это нужно практиковать тогда, когда вы расстроены в этой жизни, когда вы не знаете, чем наполниться. Вам нужно срочно в это мгновение найти 5 элементов, которые вам ваш тут же, здесь и сейчас порадуют. И обязательно, когда вы порадуетесь от души, заблагодарите это мгновение просто как можете. Просто заблагодарите. Это очень крутая практика. Казалось бы, просто все. Казалось бы, да ладно, я один там раз попробую, все. Это не работает. Это как в тренажерном зале. Вы пришли, прессик поделали 50 раз, он заболел, и потом в спортзал вы не пошли, забыли про него. А потому что у меня заболел пресс. Все, я не хочу, мне больно. Кто вот сегодня понимает, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, 20. Потому что это нужно сегодня конкретно практиковать. Это есть тренировка. Это реально крутая тренировка. Поэтому, когда вы расстроены и вас ничего не удовлетворяет, запомните, в этом мгновении и вообще в этой жизни возле вас движения не будет никогда. У вас пустота, у вас болото начинает квакать. И чтобы это все пространство почистить, наполнить и как бы показать, что ли, пространству, что я готова получить $1 000 000. Я знаю, куда его потратить, я его вижу, я знаю, из чего строится мое видение, результат. Да, он стоит $1 000 000, да, или, допустим, там 10 миллионов рублей. Да любую сумму берите, которая вам сегодня вас не стесняет, а вас восторгает, вас наполняет.
Вот это нужно тренировать каждый день. И вот к этому всему прибавится что? Удивительная, удивительная штука энергия. А вас энергия заставит поднять вашу задницу. Это 100%. Я сама это испытывала много раз. И когда я вот такие моменты начинала практиковать, я удивлялась. Сначала меня удивляло это, а потом меня сейчас уже не удивляет. Я просто знаю, откуда брать энергию. Просто знаю. Я знаю еще гораздо больше. Я буду с вами делиться. За 50 минут вебинара обо всем не поделишься. Поэтому я сегодня вам за этот вебинар даю такую шикарную практику. Я буду много вам интересного всего давать. Посещайте мои вебинары и обязательно приходите не одни, чтобы не пересказывать, потому что, тем более в онлайне, я провожу их не в записи, а именно я стараюсь быть всегда с вами здесь и сейчас. Это мгновение важное. Вот о чем сегодня я говорю? О том, что сегодня, проживая, мы сегодня все участники вебинара, да, 50 человек, мы проживаем мгновение вместе. Я разговариваю, вы меня слушаете. Это и есть жизнь, она из мгновения строится. Мы сегодня должны настроиться и понять, осознать и проявить в динамике то, что мы хотим. Оно появится удивительным образом у вас, когда энергия начнет вас заполнять, у вас появится желание двигаться. Вам захочется что-то, кого-то осчастливить о том, что вы узнали, о том, что вы несете экологичную информацию в мир, и что через вас это будет трансформироваться удивительным образом в вашей жизни, вся ваше движение. Оно будет приносить большую пользу и много денег, потому что деньги – это энергия. Это энергия. Друзья, поэтому это издалека, может быть, многие знают, но вот такую цепочку, такую деликатную, тонкую цепочку не все видят. Ее надо знать, видеть и чувствовать каждый день. И если у вас появится внутри это, вот это масштабное ясновидение, откуда берется поток денег, из чего он состоит, это же энергия, вы должны управлять энергией. И если у вас этой энергии нет, вы должны знать, откуда ее взять. Но никаким образом не надо высасывать из людей энергию, питаться как паразит. Да? Давайте честно признаемся друг другу, я тоже признаюсь, потому что я в своей жизни тоже бываю паразитом, настоящим паразитом. Но я, слава Богу, это оставляю давно в прошлом, я уже ни с кого не сосу энергию. Ну, если так бывает, что-то так, еще с непривычки что-то происходит в жизни, но происходит. Но я сегодня осознанно подхожу к тому, куда я сливаю свою энергию, я сегодня знаю, где ее взять. Главное. Поставьте, пожалуйста, семерочки, кто сейчас знает, где брать энергию, которой сегодня не хватает в жизни. Вот реально не хватает многим. Кто понял? Так, все, здорово. Есть понимание. Благодарю. Круто. Если вы сегодня отнесетесь к этой практике, этого мгновения жизни очень серьезно и будете ее хотя бы по 5-6 минут ежедневно практиковать, но каждый день, вы заметите, насколько вы будете заполнены, и ваше движение, появятся новые события в вашем движении, потому что событие за событием это влечет за собой соответствующие желаемые явления, да, которые вы видите в своем ясном видении, его нужно масштабировать. Смотрите, как развивается воображение. Это очень важная штука. Вот я с детства очень любила читать сказки. Очень люблю до сих пор сказки. Меня они очень как-то вдохновляют, наполняют и так далее. Да? У меня благодаря... Я прочитала все сказки Океании, Азии, «Тысяча одна ночь». Я просто фанат сказок. То есть у меня не просто сказки русские народные, это реально сказки заграничные. Просто я была реально европейские. Я фанат сказок. Так вот, у меня сказки развили воображение. Причем я, когда воображаю что-то, я это ясно вижу. И мне все, что увидела я в детстве, неосознанным таким явлением, как вот, ну, видением, оно все сбылось уже. Оно все сбылось, это я, сейчас я понимаю, это не удивление, это даже не чудо. И сегодня не могу назвать это чудом. Это так, это технология жизни. Так работает весь механизм Вселенной. И для многих
чудо, потому что они не владеют знаниями. Сегодня век знаний, да, нужно просто правильно их использовать, и нужные знания нужно тоже как бы собирать. Так вот, сейчас, если вы найдете источник своего воображения, допустим, вас может вдохновлять какое-то кино, какой-то артист, какой-то звук, какое-то чье-то творчество, стихи, я не знаю. В общем, любые творческие каналы дают возможность человеку, даже чужие творческие каналы, дают человеку развить собственное воображение. Оно для чего нужно? Для ясновидения. Потому что когда мы начинаем тренировать, для чего нам нужны деньги, это ощущение представляем. Мы должны, знаете, вот есть такая фишка, есть такая практика, представить себе миллион, ну, допустим, 3 миллиона долларов, что у вас есть в банке 3 миллиона долларов, и вы сегодня это должны представить. Для чего? Не сами деньги по себе вы должны представить, что они у вас лежат в банке, эти бумажки, прям как они выглядят. Не это нужно представить на самом деле. Ощущение, прочувствовать до глубины, вот это тренировать нужно. А что вы чувствуете, когда у вас эти деньги в банковском счету лежат? Это и есть крутая практика. Об этом говорят сегодня уже все великие-великие-превеликие, что сегодня не сам по себе бумажку, да, фокусировать нужно и куда-то на холодильник клеить, чтобы пытаться что-то представить. Не это нужно представить себе, вообразить это состояние. Это некая такая тренировка, которая вам даст большой поток энергии. Потому что, еще раз повторю, я буду много раз об этом повторять, потому что все кругом энергия. И еду, и деньги любят движение. И движение закручивается только там, где энергия есть. Вот все палка о двух концах. Все, энергии нет, забудьте про деньги. Ну, то есть вы должны знать, что их просто по логической цепочке не может быть. То есть виноваты не деньги, не энергия в пространстве, а виноваты вы, потому что вы не натренированные, вы не знаете, вы сливаете энергию не туда, вы ее дарите другим, кто этого не заслуживает, возможно, вообще. То есть есть люди, которые просто реально свою энергию сливают и дарят ее просто каким-то, может быть, врагам, людям, которым вам вообще неприятны, да? То есть многие же люди еще не натренированные, там, после тренингов, как, ну, мы, когда находим на тренинги, у нас уже определенный, как бы, иммунитет, да, у нас вообще даже врагов ни у кого нету, кто там вот реально тренируется в нашей зоне тренинга, да, Gelto System. У нас нет врагов ни у кого. У нас даже в воображаемом мире их просто не, у меня их точно нет. Я не знаю, кто может быть сегодня мне врагом. Поэтому оно сегодня тренируется. И моя задача вам дать, особенно нашим партнерам, я знаю, что сегодня есть партнеры не, даже не нашей компании, вот, но тем не менее хочется мне вот это знание дать в нашей струе, в нашем движении, потому что хочется наполнить вас этим знанием. Оно, знаете, радости столько приносит. Когда начинаешь это практиковать, ты реально кайфуешь от жизни. Вот кайфуешь и понимаешь, господи, я вот недавно даже не замечала, что у меня есть вот нос, который может воспринимать запах там каких-то там вкусных цветов, там вкусных пирожков и так далее, далее. То есть я начинаю переоценивать себя и свое существо вот в моменте, здесь и сейчас. Я начинаю радоваться как ребенок, что мне это дано. Эта радость наполняет, и в эту радость заходит новое движение. Идут новые звонки, идут новые события. Ты сама закручиваешь это движение. Это удивительно просто оказывается. Но не все это делают. И поэтому не все это, даже не все в это верят. Некоторым даже не хочется тратить время на это. Но опять же, это ваше дело, это ваш выбор. Я лично свой выбор сделала и всем советую это тренировать. Это реально тренировка ежедневная. И тогда, если вы будете воображать, что у вас достаточный процветающий путь, что вас все устраивает, что в вашей семье такие-то отношения, вы даже можете своим воображением в пространстве творить удивительные отношения. Ваши враги, которые для вас, может быть, сегодня являются, если вы будете в пространстве посылать им воображаемую дружбу, они вам напишут письмо удивительным сообщением, и вы с ним будете дружить.
а не враждовать. Я это проверяла, друзья. И так работает практика Ho'oponopono, кто знает. Это базируется все на энергии, на воображении. Без воображения и ясности ума ничего не получится. Нужно видеть, куда вы направляете внимание. Я буду постоянно об этом напоминать. Кто из вас себе запишет такую фразу? Куда внимание, туда и энергия. Кто сегодня принял решение эту фразу везде записать? Потому что если вы это не поймете, все остальное, все ерунда. У вас ничего не получится. Просто ничего не получится и все. Молодцы. Я поздравляю вас, Любовь. Я поздравляю и рада за вас. За Ольгу тоже рада. За Гульжан. Пока только в тетради, да? Ну, ребят, это все ерунда. В тетрадку вы каждый день открываете. Признайте себе. Хотя бы каждый день повторяйте себе, куда мое внимание, туда энергия. Потому что все происходит благодаря вашему вниманию. Этот взор, не только глаз, а внутренний посыл, это и есть стопроцентное проявление вашего ясного ума, вашего взора, вашего взгляда. Если вы не туда будете направлять свой взор и внимание, еще раз говорю, куда ваше внимание, туда энергия, все, это точка. Практикуйте и замечайте, наблюдайте за собой, что происходит. И вы удивитесь, насколько важна сила этого внимания. И поэтому давайте монетизировать это понимание с другой уже точки зрения. Начинать это практиковать в вашу пользу. Ваше внимание сегодня в моменте здесь и сейчас. Вы наслаждаетесь жизнью. Вы закручиваете энергетический поток. Поток начинает превращаться в удивительное движение, которое закручивает все обстоятельства вокруг вас. Многих людей. Это, ребята, целая цепочка. Целая цепочка. Всегда возвращайтесь к моменту здесь и сейчас. Как только вы в раздрайве в полном, как только вы не понимаете эту жизнь, обижены на все и вся, тут же окунайтесь в мгновение здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас начинаете это чувствовать. И тогда, получается, вы будете тут же наполняться, и происходить чудеса будут удивительные, ребята. Я потом жду вашей истории, кто сегодня будет эту историю писать, кто эту историю будет уже в своей жизни понимать, что она будет вас продавать. Это будет ваш опыт, ваша практика, это не теория на тетрадке. И тогда у вас появится собственный бренд, который задвинет новое движение. Потому что в MLM без движения денег не заработать. Не заработать. А я сегодня скажу вам так, что нашей компании одно удовольствие закручивать движение. Оно реально в радости должно быть, потому что мы делимся просто опупенной информацией. Мы знакомимся с людьми для того, чтобы объединиться в одно движение и что? Усилить друг друга. И вниманием к одному и тому же действию мы можем это делать масштабным явлением. Это может быть финансовым крутым явлением в вашей жизни. Вы должны это ясно видеть. Благодарю вас, ребята, что вы чувствуете мою энергию, понимание и видение, которым я делюсь. Куда внимание, туда и деньги, да. Дошло. Это здорово, что вот доходит, потому что бываешь, прочитаешь и внимание не обратишь, а когда ты говоришь, вот это капаешь на одно и то же место, ты начинаешь глаза открывать, ты просыпаться начинаешь в конце концов. Да, я благодарю, что вы начинаете понимать и вы меня слышать начинаете. Супер. Поэтому вспоминайте это знание, каждый день практикуйте и обращайтесь к деньгам как к энергии. И если вы хотите денег, вырабатывайте энергию, дорогие мои. Все просто. Я заканчиваю свой классный вебинар. Я вообще записала себе большой план проводить целый цикл на эту тему. Я буду постоянно говорить, расширять вам это сознание. И вместе с вами двигаться к вашему успеху. Потому что ваш успех – это мой успех. Это успех Галины Платоновой, Олега Платонова. Это успех Александра Корнеева. Это наш успех общий. Потому что мы делаем все одно дело. Я вас всех обнимаю. Буду благодарна вам за все свои лайки, за ваши лайки, да, которые я сейчас вижу. И я опять наполняюсь. Смотрите, меня радует ваша сегодняшняя обратная связь. Мне просто она наполняет. Я хочу двигаться, мне хочется идти вперед, я хочу звонить, разговаривать, я готова делиться, потому что я наполнилась. Поэтому
постарайтесь это усечь сейчас, что происходит в данный момент. И постарайтесь вебинары вот эти в онлайне посещать, чтобы этот момент заполнился в этой жизни. Заполнился движением, энергией, которая вам даст шикарный импульс к результату финансовому. Это 100%. Обнимаю вас всех и до встречи.